Добрый день. Добрый день. Мы находимся на нашей вилле, которую мы сняли с 1 по 31 августа. В данный момент мы находимся на втором этаже. Это терраса. Отсюда вид на море, на пляж, вид на Тарачину. Море всегда теплое. Народу на пляже немного. Угу. Можно взять лежачок, можно лежать на полотенечке. То есть вот это оборудованный у вас пляж, да? Вот этот оборудованный, а рядышком может просто бесплатно. Приезжают, okay. Бесплатно, то есть оставляют машину, кто-то на ночь приезжает. Даже ночуют в машине с утра, спят. Угу. На пляж уходит. Так. Вот. Машина. Машину взяли в Риме. Угу. Удобно очень. В аэропорту нас встретили, отдали машинку, и на место мы уже поехали на свои машины. Сами не потерялись? Нормально доехали? Нет, хорошо. У нас есть отличные ребята, ага, которые нас сопровождают. Это спальня. Одна из спальни. У нас четверо взрослых, трое детей. И... Так, здесь у нас вентилятор, да? Да. Здесь... Как спится у нас в июле? Хорошо, если работает вентилятор и кондиционер, вообще замечательно. Здесь детская. Здесь у нас спят двое деток. Угу. Один ребенок спит со мной. И в основном играют тоже в основном. Игровая у них комната. Да, угу. Да, тут тоже оставили хозяева игрушки разнообразные. Еще одна спальня, похоже, была кабинетом. Здесь можно поработать, если кому нужно. Да, если у кого компьютер. И опять же выход на террасу. Да, да, здесь чуть меньше балкон, но он соединяется с тем. Угу. Окей. А здесь новая кроватка. Привет. Так, шкаф. Окей. Тут у нас туалет. Душевая, здесь тоже выход есть, здесь вот это вот как раз вот это называется спальня. Угу. Так, душ. Окей. У вас тут прямо это. Да, здесь можно даже что-то помыть. Что-то помыть, да, что-то постирать. Сушилка, да, сама. А что там, газ даже, да? Газ, типа кухни? Не знаю, да, это типа кухни, газ не знаю, наверное, убрали я. Что-то было здесь, что, да? Видимо, было, да. То ли машинка стиральная? Нет, машинка стиральная у нас не была. А, был газ, да. Был, видимо, газ. Нужен просто баллон. Да, баллон. То есть дополнительная кухня такая. Угу. Есть, ага, отсюда можно спуститься вниз, если да, что. Да, здесь можно спуститься вниз, там как раз внизу вот здесь стиральная машинка, ну, блок. Где? Нет, внизу, как раз вот вниз. А, окей. Так, там у нас стиральная машинка. Да, стол для пинг-понга. Где? Вот он, прям за кустиками. Получается, вот. А, не вижу, подожди. Ага. Ну, там где был. Окей, для любителей пинг-понга. Так, ну, идем обратно. Не сильные любители.